В области активно изучают казахский язык. Тілім терегім, жирім тугорым. Под таким названием прошел фестиваль между структурами подразделений Карагандинской областной дирекции телекоммуникации. Целью конкурса является пропаганда знания государственного языка и повышение интереса к его изучению. Организаторы фестиваля – профсоюз работников связи Карагандинской области и первичная профсоюзная организация областной дирекции. Дана Марат подробнее. Цель фестиваля – пропаганда владения и использования государственного языка среди работников связи и толерантного отношения к другим нациям. По словам организаторов, общее количество команд – 9. 4 из них являются приезжими из разных регионов области, а остальные 5 команд – с нашего города. Сегодня в этом прекрасном нашем театре, в здании прекрасного театра Сейфуллина, проходит не менее прекрасное торжественное мероприятие. У нас сегодня фестиваль народов Казахстана среди структурных подразделений Карагандинской ОДТ. Задания конкурсов были простыми. Это презентация, разминка и домашние задания. На каждое из них выделилось от 7 до 10 минут времени. Оценивалась по 5-бальной шкале. По правилам фестиваля команда должна была состоять не более чем из 5 человек. Такие фестивали у нас как бы будут входят в традицию. Мы проводим. Это проводился у нас месячник, посвященный Дню языков. И вот в преддверии Дня независимости, вот это вот расстояние мы решили покрыть, в общем-то, своим этим фестивалем, провести фестиваль. До этого проводили семинары, круглые столы. В рамках этого фестиваля проводился конкурс творчества, детского творчества, который тоже будет освещаться на данном фестивале. Победителям конкурса представители Казахтелекома вручили дипломы и ценные подарки. А особо отличившиеся участники фестиваля были награждены благодарственными письмами и поощрительными призами. Мы приехали из Бухаржиравского района, поселок Батакара. Мы представляли обычаи и традиции белорусов. Представили обряд коляды и танец белорусскую польку. Дана Марат, Тулеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.